Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтобы тебе все доходило. Спасибо. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы снова поиграем в игру под названием ФНАФЯ. Наш единственный друг в этой игре нас бросил. У нас была Жужа, теперь Жужи нет. Но зато, что у нас есть, это карточки. У нас есть карточки, мой друг. Новые карточки. И в новых карточках, точнее новая аудиокассета. И в ней мы с тобой еще что-нибудь послушаем. There was something that looked like a Halloween mask laying on the floor. I didn't understand. Ink must have spilled. It was only then that I heard a shuffle from the testing room and realized Jeremy must be there. I went back and peered in the window. I couldn't see his face. He had the visor covering his head. He had ink spilled on himself as well. The front of his shirt looked black in the dark room. He turned his head in my direction, but I don't think he knew I was there. Заметь, а он не говорит ничего, пока я к нему не поворачиваюсь. Только когда я смотрю на него, он говорит hello. Она, короче говоря, говорит про Майкла, что Майкл тестировал вещи в этой игре, и он какой-то странный был. Это раз, два, был Хэллоуин, и три, он весь был в чернилах. Да, вот теперь я могу FNAF 2 провести, ночь 5. А хочу ли я это делать? Нет, не очень, если честно. Потом. Пока. Сейчас. А почему ты здесь тоже стоишь? А? Жужа! Жужа, давай сюда. Мы друзья. Жужа, давай обнимемся. А, ладно. О, кошмарный Фредбер! Это сейчас будет страшно. Это сейчас будет страшно. Так, закрывайте двери, светите, телепортируйтесь. Ага, игра вернулась к старым правилам. Где я стою? Игра вернулась к старым правилам. Я понял тебя. Во-первых, у него глаза светятся. Я не знаю, светятся ли они всегда, но они светятся здесь. Это раз. Два. Я хочу посмотреть вокруг первым делом. В первую очередь надо посмотреть. Слева. Ты же ушел? Ушел, хорош. Он не ушел! Стоял, наверное, полчаса! Кимпедрист вонючий! Надо сначала понять правила. Так, сейчас он не идет. Я вижу, кстати говоря. Пока. Вот он ушел. Ушел, хорош. Так, окей. Его тут нет. Вроде бы ничего. Так, где? 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 Пока. Пока.
Он все равно там был. По-моему, где-то здесь. Как я его тут-то найду? Я не понимаю, что происходит! Где там перец? Так, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь! Почему? Почему? Я же слышал, что он пришел, я услышал, что он не ушел еще. Но мы сейчас хорошо держались. Мы сейчас хорошо держались. В целом все понятно. Просто я все время думал, что он ходит между двумя точками. А он, по-моему, не ходит между двумя точками. Здоровчик. Приветики, приветики, приветики. Давай пока. Ну давай без этого вот. Уйди. Свет вруби. Хорошо. Ты туда иди. Максимум концентрации. Он там. Нет, он не здесь, по-моему, он там. Мне кажется, он здесь. И здесь. Где ж он? Я, честно говоря, его не вижу вообще. Ага, вижу теперь. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Здорово. Кукуськи. Это страшно! Ты видишь, я прям не говорю особо ничего. Это капец страшно. Почему-то я его не вижу. Ку-ку. Ку-ку. Вот откуда-то он идет. Вот откуда ты идешь? Туда и беги.
что, по звукам он прям там стоял? А, здорово! Бриф, как дела, как настроение? Нормально все? Почему-то у него не всегда глаза есть. Иногда глаза отражаются, иногда нет. Возможно, если я увижу заранее, то глаза видны, а если я его не вижу заранее, то глаза не видны. Мне кажется, как-то так. И, по-моему, он всегда по одному паттерну двигается. То есть, первым делом обычно здесь. Давай чисто галочки рай туда бегим. Нет, смотри-ка, не всегда. Ждем. Ага, глаза исчезают. Когда он подходит прям тык впритык, глаза исчезают. То есть его можно заметить только издалека. Понятно. Все ясно. Либо издалека. Либо по дыханию. А ты можешь не дышать, пожалуйста? Дверь! Вообще не понимаю, где ее. Вот, вот я его поймал. Здорово. Надо именно закрывать, когда глаза исчезают. То есть не заранее. И это важно. Выдыхай скорей. Жирная свинина меня бесит, что ли? Ку-ку. Ку-ку. Так, окей. По-моему, я слышал дыхание. Ку-ку. Хорошо. Ку-ку. Он где-то идет. Я б лучше в жизни поел. Рили. Так, у нас появилась новая кассета. Давай я послушаю сейчас. Ха-ха-ха-ха. Знаю каждый твой трюк.
I was told I had 3 days to finish Jeremy's work, but I know it's just passing the time. They don't really expect me to do anything. It's just to keep up appearances until the buyout is complete. We have to look like we have things under control. There's another potential development studio that wants to pick up from here, but who knows what kind of lies they're being fed to convince them to do it. Against my better judgment, I'm going to do my best to see what's here, make notes of it, and try to isolate where this thing is hiding. At least then the next person that tests this will have a chance of getting rid of it. Короче, говорит, у меня есть 3 дня только на то, чтобы все исправить. Я так думаю, до того, как Джереми уволят. Но, говорит, это, скорее всего, просто брехня для того, чтобы делать вид, будто мы что-то делаем. Они уже нашли какого-то нового работника, который продолжит работу с нынешнего момента. Но она говорит, я все равно сделаю все то, что должна, чтобы записать все, что вот с ним происходит. Все, что касается этого вируса. Я все это запишу, чтобы следующий тестировщик мог с этим как-то разобраться и, надеюсь, типа, спастись или победить, или что-то такое. Вот. Но пока на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Мы продолжим следующую серию. Эта ночь была сильная. Эта ночь прям ух какая, ух. Ладно, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.